Добрый день, дорогие друзья. Пляж Арензана, субботний вечер. И хотя солнце то выглядывает, то прячется за тучами и облаками, людей на пляже достаточно много. Дело в том, что из Милана сюда, в Арензана, 2 часа пути на мотоцикле или на машине. Примерно такое же расстояние из Турина. И в основном на севере Италии люди предпочитают Лигурийское море и приезжают сюда на выходные. Кто-то приезжает на мотоциклах, кто-то приезжает на машинах, а кто-то приезжает даже со своими автодомами. В любом случае, они в субботу рано утром приезжают сюда, примерно к 8 утра, и в воскресенье после 6 вечера уезжают обратно домой. Ночуют они, как правило, в машинах, или берут с собой палатки, или берут с собой специальные раскладушки такие, или берут коврики, на которых одну ночь они спят. Но есть студенты и школьники, которые приезжают сюда и всю ночь даже не спят. Вот им приятно проводить время всю ночь в каких-то действиях. Вот так проводят время на выходные в Италии.